Привет, с вами Саня Игрушкина, и сегодня мы опять будем играть в свинку Пеппу. Ой, что-то я прикорнул, не пропустил ли я чего-то интересного? Нет, папа Свин, ты ничего не проспал, представление еще не началось. Здравствуйте, взрослые дети, сегодня я вам покажу разные фокусы. А первый фокус будет, как я достану кролика из своей шляпки. Будет очень интересно. Сейчас я сниму шляпу и покажу первый фокус. Сим-салабим, махалай-махалу. Ой, фокус не удался. Должен появиться зайчик. Махалай-махалай. Оу, фокус не удался. Давайте попробуем еще раз. Сим-салабим, махалай-махалу. Ой, а это кто? Это обезьяна. Зайку, зайку, зайку! Я хочу зайку, давайте зайку. Сим-салабим, махалай-махалу. Хочу, чтобы тут появился зайчик. Ой! Уха! Уха, 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 уха! Да, фокус наконец-то удался! Ура! Мне понравилось, очень даже понравилось. Точно. Что? Что-то пропустил? Нет, я ничего не пропустил, кажется. О, что? Фокус удался? Да, фокус удался. И мне это очень нравится. Давайте перейдем к следующим фокусам. Давай. Мне нужен добровольец для этого фокуса. Это я. А дашь ты мне примерить шляпу? Возьми. Сейчас я ее примерю. Ой, я ничего. Ой, не вижу. Ладно, возьмите. Позови кого-нибудь из своей семьи. Хорошо, сейчас позову. Я хочу, чтобы сюда подошли Хлоя, будешь помогать мне в фокусе. Хорошо, Пеппа. Джордж всегда готов. Мама свинка. И все, думаю, хватит. Нет. Давайте еще папа свинка. А тетя свинка будет зрителем. Я всегда рад. Заходите сюда. Точнее, дядя Свин, вы такой толстый, что даже сесть не можете. Я могу. Закрываем. А что дальше? Скажи волшебные слова. Фокус. Открывай. Что с ними случилось? А что с нами случилось? Почему я стала папа Свином? Почему я стал Хлоей? Почему я стала папой Свином? Что? Я Джордж? Я папа Свин? Фокус, похоже, удался. Я тоже думаю, что фокус удался. А теперь, Пеппа, пожалуйста, преврати их всех обратно. Вообще, беспонтово. Столько рук видно. Надо... Заходите. Да, Пеппа, поменяй нас, пожалуйста. Сим-салабим, махалай-махалу. Сим! Я уже сказала? Да, ты уже сказала. Окей, мне. Что? Скорее, Пеппа, закрывай, чтоб люди этого не видели. Вот это умора.
Я бы смеялась целый вечер. Пожалуй-ка попробуем еще раз. Сим, салабим, махалай, махалу. А это кто? Что? Это кто? А это кто? А это? А это? Да что ж случилось? Я хочу своих людей. Я попробую это сказать. Ну, Пеппа, ну ты же мой помощник. Давай попробуй ты. Хорошо, я буду пробовать. Сим, салабим, махалай, махалу. Мама, папа! Пеппа, что ты с нами сделала? Мы только что были не на обитаемом острове. Я тоже хочу на необитаемый остров. Тетя Свинка, поедешь с нами? Конечно. Идемте. Тетя Колдунья, наколдуете нас на необитаемый остров? Конечно, наколдую. Сим, салабим, махалай, махалу, пусть они уйдут и больше не вернутся. Интересно, фокус удался? Ура, ура! Фокус удался. Наконец-то я отдохну от этих свиней. Всем пока-пока. О, господи, черт!